Щеглы, здорово! Тебе тоже здорово! Всем привет! Мне кажется иногда, что ты взлетишь, как ракета Илона Маска. Полечу в космос! Рогозину привет! С батутом. С батутом, с роботом. А нас надо отправлять. Да? Надо... Я думаю, уважаемые... тебя с 17 этажа на батут кинуть, ты реально до МКС долетит. Уважаемый Рогозин, или кто там главный? Роскосмос. Почему-то Рогозин не знаю. Он из Роскосмоса, да? Главный. Мы готовы на любые эксперименты, так что... С нашими телами. Бразерс тоже принимаем заявки. Все, так что мы готовы к любым экспериментам, хоть в космос. Главное, чтобы не умерли на первых секундах. А если умирать будем, то не мучительно главное. Друзья, это тот момент приближается, когда мы к егерю поедем. Да. Так что пусть лайки ставят. Да. С них лайки. Мне очень понравилось, вы понаписали, где егерю приятно, мне приятно. Да. А поездка-то не бесплатная, у нас спонсора нет, так что если кто может, то там в донатах можете, там хотя бы по рублю скиньтесь, 10 тысяч человек скинется по рублю, 10 тысяч, вот так, за глаза. Да. К нему все-таки не на ближние берега ехать. Он далеко, нахуй. Конечно, тремя поездами. С погрузчиками, кранами, вертолетами, оленями, вплавь, брасом. Но это если вы хотите. Это не обязывает никого. Да? Будет приятно. А кто будет больше всех задонатит, типа, ну, о нем их выпуск спасибо им скажем. Ладно. Даже егерь скажет спасибо. Да, мы егерю деньги отдадим, пусть подохается сам. А... Что мы собрали? Мы жрать! Мы сегодня опять будем дегустировать. Как эта херня называется? Я не знаю, херня не херня. Еда. Как, у Палыча? У Палыча, да. Заведение называется у Палыча. У Михалыча? У Михалыча. Ну, вы уже поняли, ничего не проплачено. Если кто-то... Какой-то ноунейм, короче говоря, пока что. Сейчас посмотрим, как он себя зарекомендует. Кстати, горячий. Только доставили, да. Ух ты, прям реально горячий. Чайхане пока что... Немножко неудобно, дайте писать. Кстати, пролилось, смотри. А? Пролился это борщ. Это борщ. Это да. Он и есть. Да, вот небольшие вот эти. Вот да. Если капельки. Все, так, у нас... где листочки? Какие листочки? Ну, где там с что-нибудь, с чеком или еще что-то. Типа, что именно? Мы тут раз у чайханы. Слушай, а где приборы? Может, внутри? Михалыч, вопросики. Приборов, ни салфеток, вообще ничего нет. А где чек хотя бы хоть какой-то? Это все, что тебе дали? А чек? Ни чека, ни ложек, ни вилок. Интересное начало. Вообще, у нас даже ложек нету нихера. Ну это уже... Да, это этот Палыч Горыныч Михалыч, блядь, как Иосиф Виссарионович Сталин. Это вам большой минус. 4 прибора было нажито. Приложение. Так, значит, у нас здесь ассорти свежих овощей. Покажешь? Так. Ну, в обычных термо... Пачка. Да, пачках. Ну, выглядит это... довольно свежим. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим. Будем пробовать. 490 рублей. Борщ с мясом 250 рублей. Угу. Вот здесь хинкали с бараниной за 3 штуки 165 рублей. Шашлык. Да, и шашлык из свинины 390. Ну, кусочек. Убрать, смотри, прям, он дымится, да. Дымится, да, горячий прям. Чего? Хочу санитайзером руки протереть и жрать начать. Давай, я тебе, ты мне. Кто знает, какие там вон, салфетки не дают, может, вообще никаких санитарных норм у этого Михалыча. Это что такое ты меня вообще налил? Мешай. Чего мешать? Мой, это спирт чистый. Мы его на руки, да? Да. Егерь бы не простил. Налил, блин, оно же не испаряется. Это хинкали. Да, с чего начнем? С чего начнем? Давай начнем с борща. Да, все, кстати, все горячее. Ложечки у нас появились. Начнем с борща. Так, а ты всю ценовую политику сказал? Да. Кто сколько, да. Что сколько стоит? Че, будем его с этой, как он называется? Хинкальная? С чайханой. С чайханой. Сравним. Чайхана номер один Тимур Иванских. Так, я вижу один кусок мяса. Так, там видно им хотя бы, что у нас там. Два куска. Пожрать только собрались. Два куска мяса на двоих у нас. Картошечка. Ну, это одна порция. Выглядит... А сколько получилось? 1000 все вместе? Все вместе 1000 с чем. Ну, на одного человека, в принципе, не так и дорого. Да? А что, нет? Или 1000? 1000 рублей, это на четверых... Ну, а тут смотри, сколько всего. Макдональдс. Макдональдс и... Не путай. На картошку сырая. Нет? Не проваренная. Внутри, да, мясо. Ну, сам навар вкусный, да? Нет? Мне не нравится. Мясо. Как я люблю. Не, прям какой-то. Вот он острый. Прям такой пикантный-пикантный. Это, кстати, не всем понравится. А тут что это за мясо? Наверное, говядина? Говядина. Очень вкусная, мягкая. Вот намного вкуснее, чем в чайхане. Да. Не сухое, проваренное. Навар какой-то странный. Точно. Меня больше всего смущает здесь эта картошка. Она, если он ее попробует ее раздавить, вы увидите, как она ложка, наверное, не будет давиться нормально. Но в конце, слышишь, звук, когда режется? Ну, это вот тут, смотри, он сырый. Прям твердый. Отскочить должна была. Короче, средний борщ. Я бы не сказал. Мне не понравился.
из-за того, что он острый. Я хочу поперчить сам, как мне нравится. Да? Борщ тут для меня плохой. Окей. Че, давай начнем с чего? Хинкали? Давай хинкаль попробуем. Здоровый прям. Ну да, он прям дымится. Дымится, да. Ух, да, горячий. Кстати, доставляли примерно с такого же расстояния, как чайхана номер один. Да, кстати. Но все теплое. Горячее. Да, он дымится. Тютелька в тютельку доставили. Гораздо лучше. Намного. В разы. Надо сок вначале пить. Через дыры. Но слоновато. О, только что хотел сказать. Прям соли дуя. Это означает что? Что, возможно, мясо не особо свежее. Его решили засолить, чтобы не чувствовалось. Ну, чтобы не испортилось. Если сравнивать... Земля и небо. С чайханой. Да. Тут хотя бы мясо чувствуешь. Да. И специи есть, они вкусные. И продаются они поштучно. 55 рублей? Да, а там 80 рублей. Ну? Да, да. Ну, из-за пересоленности... Ой, каким соусом поешь, а я люблю... 30 плюсом. Ну да, соусы обычно соленые. Нет, кстати, мы пока что всякие 30 плюсом ставим, потому что хрен его знает, может, мы какой-нибудь найдем. Да, вкуснейшее мясо. Если кто-то из Москвы, у кого есть хинкальная крутая, которая не побоится позвать нас, попробовать, зовите. Но будем честны, можем и обосрать. Шашлычок? Это шейка свиная, не халяль. Пробуем без кетчупа для того, чтобы распробовать мясо. Ну, шейка, правда, шейка. Мне нравится, что... На настоящем угле. Ну, шашлык. Слушай, неплохо. Весьма. Я прям такой вот на природе даже ничего бы не сказал. Сколько он стоит, эта порция? Это порция на одного. Да. Она, кстати, нормальная. Это вот не тот шашлычок, что из чайханы прислали. 390 рублей. Там... А там 490. На 100 рублей разница и больше мяса. Вкуснее. Да. Ну, так вот. И лук тут маринованный. Поняли? Чайхана. Бля, сейчас водки бы ел пол-литра нахуй. Да на берегу поплескаться. Кто из какого города, пишите, какая у вас сейчас погода. Так, и у нас... Остались овощи. Ну, хватит тебе мясо жрать, потом доешь. Овощи их причем я? Да вкусная, зараза. Сколько овощей, не напомнишь, что укроп? 490 рублей. Вот за это все 490 рублей. Довольно-таки дорого для овощей. Прям до хера всего. Ну, укроп, петрушка, ну, вроде бы с другой стороны, свежие. Овощи, они, в принципе, дорогие. Ну, да. Не, ну, крапиву, что ли? Что-то жалило нахуй. О, что это с огурцами такое? Бля, огурцы салатные, наверное, магазины. Нормально. Не, пустовато они. Водянистые. Хотя не бы... безвкусные. Да, свежестью хотя бы отдают. Перец, кстати, такой уже, неупругий. Перец старый. Да, перец старый. Чтоб не тянуть кота за яйца, помидор. Ну, помидор сразу же видно, бля. Вот эти пластмассовые. Она вкусная. Ничего так. Слушай, я ошибался. Помидор... Я говорю, сразу видно. Нормальный помидор. Ну, а этот профессионал, обжора сидит. Я думаю, что траву сложно испортить. Ну, не знаю. Я люблю укроп, я очень все время выбираю, между прочим, укроп. На рынке, да, стоишь, с бабками торгуешься. С бабками торгуешься, да. Ну, из дома-то в 2018 году последний раз выходил. Не то, чтобы сюда переехать. Давай твой вердикт по нашему... Палычу Михайловичу. Ну смотри, половина мне понравилась, половина нет. Это какая цена? 2,5. 3 с минусом. Нету ложек. Пи***ц. С приборами, хотя бы салфетку. Горячая. Я не знаю, наверное. Горячая это хорошо. Не знаю. То на то и выходит, 2,5. Да, наверное, 2,5 она выходит, если из 5. По нашей системе исчисления. А по нашим... Межгалактическая. Мы вообще должны быть профессионалами. Мы бы, скорее всего... У тебя укропчик. На зубике. Чё, блядь, я сбился, как долбан нахуй. Я говорю, он меня пи***т за кадром. На монтаже приходит, мне ногти стрижет на ногах. Я вообще не понял последний раз. Сижу, монтирую он под стол с кусачками. Такими, чтоб болты резать. Ты это, блядь, так скажешь, как будто сейчас ты, блядь, встанешь и пойдешь за стол монтировать. Не так, что попало, думают про нас. Мы вообще должны быть профессионалами. Мы рожу свою видел, мою видел, ну что, точно пожрали свое хорошо. Гордон Рамзи вам. Был бы, когда мы его вот так вот щук на... Кто там? Какой-то еще у нас русский под Гордоном Рамзи косит. Этот, дождил. Я понял. Ивлеев. Ивлеев, да. Ивлев как-то Ивлев. Там. Да, туда зови, блядь. Накорми, попробуй нормально. Редиску хуй ты не попробовал. Я редиску вообще ненавижу. А мне жрать, да, заставляй. Жри. Ой, не. Я окончательно говорю, 2,5 с минусом все. 2,4. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У нас в описании что находится? Донаты, Инстаграм. И большая любовь к вам. Да. И... Под названием паблик ВКонтакте. Давайте. Ну, знаете, лучшая еда пока что лучше, что мы пробовали. Выебнюсь охуенно. Ну, этот пока что лучше, да. Если будете в Москве заказывать у Павлыча, почитайте рекомендации, которые пишутся в ваших мессенджерах, которые оставляют другие пользователи. Это что значит? Это как так? Какие рекомендации мессенджеры пользователи? А это вот чуваки, которые вот заходишь, тебя пишут,
Залупа конченная, нахуй. А, поел отзывы, отзывы. Ты что-то. Отзывы читаю, ты говоришь, в мессенджерах что-то. Я что попало несу, главное, что... Отзывы читайте перед тем, как Жиралова заказывать. Вот что. У меня инсульт, я с этого, с Ред-21-овского вам переведу на русскоязычный, нормальный. Дай сметану попробуем. Сметана говно. Не, сметана более-менее. Наверное, хозяин постарался. Сам собирал. Все, до свидания. Так, сметана. Пойдем мою попробовать.